раз в обзоре электровелосипед Hoverbot CB3 Pro. Это электровелосипед с мотором в кареточном узле, с системой помощи приключения педалей, сделано как европейский велосипед. Мощность двигателя здесь 500 Вт. Так, ну и перейдем, наверное, к рассмотрению его конкретных узлов. Начнем с батареи. Батарея у нас извлекается вот таким вот образом. Вот она, батарея. 17 ампер-часов, прошу обратить внимание. Вот здесь кнопочка, соответственно, позволяет узнать уровень заряда батареи. Ну, вот так вот она выглядит. Здесь, соответственно, снизу есть гнездо для USB. Можете заряжать свои телефоны, ну и другие девайсы. Устанавливаем ее обратно. Так, ну и, соответственно, включаем велосипед. Здесь у нас на дисплейчике появляется скорость сверху, передача и пробег. Ну и, соответственно, это все можно регулировать, смотреть. 5 передач в системе помощи при крутении педалей. Ну и, соответственно, можно также посмотреть различные пробег, время движения, скорость и так далее. И уровень заряда батареи. Далее перейдем к колесам. Здесь у нас установлено 27 колеса, 27,5 дюймов. Резина Maxxis, достаточно известная фирма. Передняя вилка Santur. Очень хорошие, качественные вилки с блокировкой хода и с регулировкой жесткости. Задний амортизатор у нас тоже достаточно интересный, с регулировкой жесткости. Вот так вот он работает. На этом велосипеде у нас установлены механические дисковые тормоза Tektra Aries. Это достаточно качественные тормоза, очень известная фирма. Также здесь задний переключатель Shimano Acera. 8 скоростей. На этом велосипеде алюминиевая рама, очень легкая. Для фэтбайка, ну прямо совсем. Я бы сказал, что весь велосипед у нас весит килограмм 30, ну максимум 32. Также прошу обратить внимание, что здесь очень интересно спрятаны все тросики и провода. Так вот, в раме сделаны вырезы, ну и, соответственно, красивые заглушечки. И здесь также сзади. Спереди у нас установлена фара, которая очень ярко светит в темноте. Ну и сзади, соответственно, у нас установлен фонарь. Сейчас посмотрим, как работает сантуровская вилка. Попробуем поставить ее на блокировочку. Ну и, соответственно, вот теперь она не работает. И можно попробовать изменить ее жесткость. Вот так вот она у нас работает. Вес ездока на этом велосипеде может достигать 150 кг. Он свободно это выдержит. А аккумулятор в 17 ампер-часов легко провезет подобный вес, ну, примерно 100 км. Также хотелось бы рассказать побольше о вилке. Блокировка вилки позволяет нам увеличить дальность движения по асфальту, увеличить накат. Ну и, соответственно, при необходимости мы ее просто включаем в работу и можем ехать по пересеченной местности.